Еще любимый мой препарат, не могу не сказать, потому что тоже работает настолько сильно и великолепно. Все сталкиваются с такой проблемой, как папилломавирус. И очень многие даже попробовали попить наш эндолтрикарбинол. И говорят, пропила я ваш эндолтрикарбинол, ничего не помогает, как были папилломы, так и остались. Я думаю, что вы в этом вопросе люди подкованы, но тем не менее расскажу свои наработки. Я всегда говорю, если у вас на коже одна-две папилломы, то внутри их тысячи. А если у вас и на коже тысячи, то представьте, что у вас творится внутри. Чем папилломавирус опасен? Это онковирус. Он очень часто вызывает онкологию. Значит, кроме всего, что серебро, пударка, все противовирусные и противопаразитные препараты, обязательно эндолтрикарбинол, но минимум 3 банки. Это если у вас там несколько штучек папилломной кожи. Потому что, а максимум, хоть 3 года подряд, пока не уйдет все. Но вот у меня сколько было случаев, первая банка, практически все пропивают, результата 0. Вторая банка, ближе к концу, начинают сыпаться мелкие папилломки, совсем милюсенькие, как горошек. А как на банке написано все? Только с третьей начинают уходить средние и большие. У некоторых после третьей все уходят. Но я говорю, еще тогда пропейте для профилактики, потому что там внутри много. Поэтому наш эндолтрикарбинол работает великолепно. Все дело в количестве. Поэтому, когда мы смотрим состав и понимаем, что от эндолтрикарбинола какая главная защита, там идет очень сильная защита от онкологии. Просто можете, если у вас уже проблема не беспокоит вот так явно, хотя бы там одну капсулу